Каждый имеет право на личную свободу. Конституция Республики Казахстан. Статья 16, пункт 1. Ограничить ее может только суд, и то при наличии веских доказательств. Все остальное вне закона. Я никогда не думал, что такое случится со мной. Это все началось, когда я начал искать работу. Везде отказывали. Но однажды все-таки устроился, вот. Думал, что устроился. Они меня обманули, привезли куда-то. Отобрали все, телефон, деньги, документы. Привезли в какую-то точку. Я пас кот, овец. Кормили меня раз в день. Я как-то сбегал, но меня поймали и избили сильно. Но я попытался еще раз. Что там, бауырым, адасып кеттің бе? Жүр онда үйге, жылын ол. Я как-то сбегал, но меня поймали и избили сильно. Этот скотин уже третий раз убегает. Надо с ним что-то делать. Кстати, Алмаз сказал, что ему две девушки нужны в Дубай. Найдем? Ну ладно, давай, сейчас созвонимся. Люди, оказавшиеся в рабстве, не могут сообщить о своем положении без посторонней помощи. Если заметил что-то подозрительное, сообщи об этом. Телефон горячей линии 116 16.